С чего начать инвестиционную деятельность? Под инвестированием понимают возможность приобретения ценных бумаг или других финансовых активов с целью получения прибыли, которая будет превышать ваши затраты. На текущий момент инвестиционная деятельность является целой наукой о том, как делать деньги. Именно поэтому с каждым днем она становится все более и более популярной. Иными словами, можно сказать то, что люди, которые желают получать стабильный пассивный доход, могут обратить свое внимание на данную сферу деятельности. Также большинство считает, что для того, чтобы начать, людям необходима большая сумма денег. На самом деле это далеко не так, и люди заблуждаются. Но для того, чтобы начать, вам потребуются значительно небольшие суммы, и поэтому вам не рекомендуем отказываться от перспективной работы, а вникнуть в нюансы данного вида деятельности, чтобы не совершать лишних ошибок. Если вы действительно интересуетесь данной сферой деятельности, то рекомендуем вам обратиться в офис компании «Финам» на Маршала Жукова 6, где наши специалисты помогут вам рассказать, с чего начать.